передача от Шкарина. Не ушел от Андрея Макаров, но пройдет через себя. И гол красавец от игрока сборной России. Вот это уже мяч точно на счету Макарова. Блестящий выстрел, бисиклета и 2-1. Никаких вопросов к Кошарному даже быть сейчас не может. Один. Результативно. Встреча начинается. Еще раз про это скажем.